приемной мэра. Там начали угрожать за то, что я нелестно высказываюсь в Фейсбуке. Особенно, я так понимаю, цепляет то, что я его называю антисемитом, потому что он антисемитом не является. Кем? Антисемитом. Ага. Позволяя себе очень неудобные высказывания в адрес еврейского народа, назвал меня жидом. Сказал, что если я ему что-то еще раз напишу, то он меня найдет и... Он применял к вам физическую силу? Да, да. Мне пришлось его схватить за руки, при этом он начал кричать, что ты делаешь, и делать вид, что... А зачем вы выходили с ним вообще из зала? Я со всеми готов общаться, даже с оппонентами по мнению. Мы люди, и мы можем разговаривать. С Ларисой Веселовской мы находимся на крайних личных мнениях в отношении собак. Мы с ней прекрасно общаемся. Она не позволяет оскорблять меня, она выслушивает мое мнение. Я не оскорбляю никогда ее и выслушиваю ее мнение. Мы можем прийти к какому-то консенсусу в таком мнении. Когда люди переходят на разговор нацистов, на язык нацистов, повторяю, вчера было 9 мая, и так Афанасенко вас пытался ударить или все-таки ударил? Пытался ударить, я просто взял за руки и попробовал уйти, он меня не пускал, мне пришлось позвать, вот в приемной, пожалуйста, возьмите, зайдите, там секретарь, вот это все наблюдал. В приемной мэра, повторяю, то есть жела на лестнице, я в приемной мэра, где еще будет в следующий раз избивать, резать, убивать Афанасенко людей, я не знаю. А что, вы не призываете? Вот ваши вещи перебили.